Влада Крешлен, один из самых популярных авторов-исполнителей Словении. Его еще называют словенским Бобом Диланом. Крешлену 54, он из крошечной деревушки. Связь с корнями, как он говорит сам, не потеряна. Более того, она очень важна. Подобно греческому Антею, Крешлену важно припадать к родной земле просто потому, что после этого ему легче жить. Это странно, потому что вы живете здесь и мечтаете всю свою юность как можно быстрее из этого места убежать. Вам хочется жить в большом городе, ходить по широким улицам. Но вот когда вы приедете в город и проживете в нем несколько десятилетий, вас потянет обратно сюда. Так что я сюда возвращаюсь так часто, как это позволяет мой график и моя жизнь. Влада Крешлен выпустил уже полтора десятка альбомов. Последний под названием «Дорога» появился в продаже только что. Крешлен родился в той стране, которой сегодня больше нет. Он мало говорит о Югославии прямо, но замечает, что жертв можно было бы избежать. Имея в виду и саму страну, и войну, которая закончилась чуть менее 9 лет назад. Во время конфликта в Югославии Крешлен колесил по дорогам со своего рода фронтовой бригадой. Они давали концерты там, где были беженцы. Когда организуют мои выступления за границей, всегда спрашивают, хочу ли я выступать в клубе. А я при этом отвечаю, ну в каком? В джаз-клубе, в клубе, где играют фолк, или где звучит этно-музыка. Я, знаете ли, не втискиваюсь в привычные жанровые определения. Я предпочитаю, чтобы это оставалось так. Влада Крешлен этим летом дает концерты в Европе, а до этого весной его ждет публика в Вене.